Где, в каком районе находится Пламенный, вам не ответит ни один коренной рязанец. Хотя и существует этот лагерь вот уже ни много ни мало 42 года. Все потому, что Пламенный – это не стены, не крыши, не аппаратура и не огороженная территория. Это нечто большее, как говорят сами пламенцы. Эта смена в этом году охватила беспрецедентное количество участников. На базе Солнечного 320 детей приняли участие в смене, на базе санатория Колос приняли 220 детей. В общей сложности 540 детей приняли участие в смене Пламенного. Такое впервые за 42 года работы. Самые большие смены за всю историю. Да, в чем смысл лагеря? Это обучение активистов, да, это обучение ребят там, тем качествам, да, лидеров, которые им потребуются в дальнейшем в работе. Из года в год дети из разных школ, районов собираются в детских лагерях, чтобы провести незабываемые каникулы, найти новых друзей, встретиться с интересными людьми, научиться организовывать мероприятия и участвовать в веселых играх и занятиях. Поэтому тот, кто однажды прикоснулся к особенному миру, к особенной жизни в лагере, будет скучать и стремиться в следующем году, следующим летом снова попасть сюда. Что вам здесь понравилось в этом году? Все получилось. Все было замечательно вообще. Очень крутые мероприятия, дни. Да, Якубович приезжал. И группа Мохито приезжала. А все понравилось, вообще супер. Просто было очень круто, офигенно. А что больше всего понравилось? Больше всего понравилось, как мы организовали мероприятие. Все вообще круто, идеально. Разные факультативы здесь были. Вообще понравился день милитари. К нам приезжали военные. Вообще тут самый суперский лагерь вообще на свете. Дети в отрядах с удовольствием готовятся к заданиям, встречам, мероприятиям. А самые увлеченные впоследствии возвращаются, даже если выросли из возраста, в котором можно проводить каникулы в лагере, и становятся вожатыми. Когда ты ребенком, ты не знаешь, что будет происходить, то есть вот, а вожатым ты все это организовываешь, ты все это переносишь, там готовишь. Вот когда я был ребенком, я не знал вот то, что всякие вот эти декорации, они так тяжело делаются, все это мероприятие, потому что в Пламенном это не просто мероприятие, а мероприятие, в которое вкладывают душу, вот прям серьезно, вот все вожатые, они вкладывают душу в эти мероприятия. В каждом лагере со временем возникают свои традиции, свои обычаи, и это еще сильнее сплочает ребят, волей судьбы попавших в одну смену. Каждый из этих счастливых, заряженных добром и весельем перед началом учебного года ребят знает, в следующем году он снова приедет в Пламенный.